Сегодня 9 мая 2011 года, вечер. Мы находимся на улице Большая Академическая, где установка, сказала установка салюта. И сейчас мы вам покажем салют в этот замечательный день победы. Как высоко тут, да? Красиво как-то. Повесь голос, девочки, мальчики! Ура! Не, разброс дальше будет гораздо. Мы непобедимы. Мы непобедимы. Дело наше вообще, за что мы играли. Придется врезать. Давай выпьем! Саня, не надо, ты не свалились. Собаки шок, отстаньте. Сколько интересно. Завалился кто-то. А вот раньше, блядь, вот так. Ура! Интересно, лилии будет там, обещали лилии. Лилии обещали. А сейчас в смысле, пальмы или как они там, лилии? Смотри, сейчас 66 лет на бит, да? Такой 30. И триколор обещали. Белый, красный, синий. Твоя глотка рвется, я его оборвает. Два сигнала, блядь, фу. Дайте. Дурак. Зачем? И верхний еще, смотри. Класс. Наземный и верхний. Но это новое.
Вот зачем пожарный стоял. Я умоляю, за папку. Зелененький, не знаю, будет видно зелененький. Россия! Говорили, что между залпом еще будет фейерверк запускать. Ура! А вот это, наверное, и был триколор, да? Красный, синий, белый. Блин, вы забыли, что машины, согласись, когда вот это ощущаешь давление на грудь. Опа! За дедов, за наших, за всех! Красиво его. По времени там задержка, наверное, есть какая-то. Нас не победить! Никогда и никому! Никогда! За всех погибших! За всех! За всех! Ура! Ура!
За победу! За победу! А что это такое в конце? Бум. А, вот оно. Ух ты, как высоко-то. Это куда-то туда, в стратосферу. В конце что-то бумкнуло, как летел долго. Нет, это специально. А я думаю, что нет. А все, ребят, 9:30. 9 минут 33 секунды. Да, вот 10. Обещали 10 минут. Thank you.